Приветствую, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Arch Panzer, где, несмотря ни на что, мы продолжаем играть в Jagged Alliance. Честно сказать, не играл я, наверное, больше недели. Ну да ладно, надеюсь, что это не сильно скажется на моем скеле, так скажем, которого и так толком-то и нет. Ну да ладно, давайте вспоминать. Ополчение, господи ты боже мой. Что у нас тут происходит? Алмазы едут, но за алмазами мы явно не успеваем. Так, Чарли у нас база ранена. Ой-ой-ой, где же она у нас успела ранение получить? Я этого совершенно не помню. Но я, знаете, что помню? Я помню, что... Да. Во-первых, я помню, что очень... Очень громкий звук дождя, поэтому фоновые звуки давайте вот прям вот так сделаем. Дождик здесь очень громкий. Не-не-не, не жаловалась, но как я руководил приском из разрушенной конторы? Ну так... Я как раз докопался до впадины, это была могила. Какая еще могила? Боевики что ли кого-то закопали? Но, настоящая могила, гробница, скелет, все дела. Вот оно как. Нашел что-то ценное? Нон. Кости да таблички какие-то из глины. В общем, фигня с надписями. Это где? Не повезло, может они вообще проклятые были, я бы на твоем месте грохнул их, и дёру, и не дышал бы там. С дурака меня принимаешь? Я так и сделал. Ой, дурак. В общем, здесь шарятся товарищи из ночной смены. Это на самом деле бандиты, я здесь их пытался лидерством как-то взять, но через лидерство они браться не хотят. Не хватает мне, собственно говоря, этого самого лидерства. Сюда можно прислать Калину. У нее лидерство вроде как побольше. С другой стороны, их можно просто попробовать перестрелять. Давайте, знаете, я что сделаю? Ради спортивного интереса я дождусь, когда у нас Калина отдохнет через 3 часа. И она сюда, собственно говоря, придет и... Во-первых, сначала попробуем через лидерство их вскрыть. Потом уже попробуем, так сказать, постреляться. Так, здесь у нас что? Здесь, конечно, можно отдыхать. Можно не отдыхать. Здесь 8 опытных ополченцев, это классно. Здесь 8 новобранцев, это плохо. И на самом деле вот в этом секторе тоже бы потренировать ополченцев. Они здесь нужны. С другой стороны, можно из порта Какао сюда вызвать. Но я, наверное, не буду пока их трогать. Ну, в том плане, что можно через нашу заказчицу несколько ополченцев позвать новобранцев. Не буду я, в общем, их пока трогать. Вдруг где-то срочно они понадобятся. Тем более наш отряд, ну, не основной, точнее, запасной рядом. Поэтому пускай пока что... Будет как будет. Знаете, что я еще хотел? Я хотел посмотреть... Так, а где у меня все это? Нет, центр поддержки это не то. В заметках, по-моему, мне где-то говорили, что у нас призрак здесь есть. Есть вот пиратский клад. Вот, тревожный дух, берег реки, Ай-10. Здесь. Ну ладно. Блин, Флитаун 14 неприятелей. Нас, конечно, здесь тоже достаточно много. Ну, точнее, это наш основной отряд. Правда, фаза ранена, ее бы подлечить. Но с другой стороны, если я сейчас ее останусь лечить, все остальные будут просто. О, кстати, смотрите. Да, за это время вышло просто куча патчей. По-моему, даже активную паузу добавили, если ничего не путаю. Запасы перевели. Смотрите, запасы незначительные. Здесь запасы богатые. Это круто. А, может быть, еще что-то сделали? Подождите. Может быть... А что еще они могли сделать? Может быть, можно разбирать патроны? Нет. К сожалению, нет. Все еще не могли такого сделать хорошего, чему бы я обрадовался? Я даже не знаю. Чего мне здесь не хватало? Не знаю, в общем, чего мне здесь не хватало. Я думаю, что в процессе мы это дело выясним. Расколотые сапфиры нам вроде как не нужны совершенно. Их смело можно продавать. Но пускай пока лежат. Не знаю, на черный день. Это, знаете, такой капитал на будущее. Мало ли, вдруг деньги понадобятся. Сейчас их много, я их потрачу. А потом, когда они понадобятся... Их мне станет мало.
Я сейчас думаю, что чем можно заняться, пока восстанавливаемся. Патроны крафтить. Блин, патроны крафтить можно только здесь. Здесь есть ремонт? А, вот здесь есть ремонтная мастерская, но для этого надо флитаун взять. 14 бойцами. В принципе, ранение для фазы не так критично. Можно и с ней попробовать штурмануть. А сколько времени вы будете идти? Ну, они за 40 минут дойдут. Если я сейчас дойду до туда за 40 минут, у меня колено не успеет вылечиться и влететь в этот прииск. Да ладно, давайте, наверное, во флитаун попробуем. Их тут, конечно, 14 товарищей. А что это вообще? Это флитаунский блошиный рынок. А это что? А это просто джунгли. Можно, конечно, в джунгли сначала... Так. Они здесь были, они двигались. А, нет, их тут не было. Нет, не-не, я напутал. Они в лагере беженцев сидят. Что же делать, что же делать? Ладно, давайте сначала я, знаете, что сделаю? По инвентарю, по патронам. У нас есть СВД, у нас есть РПК, это прекрасно. У нас есть ФАЛ, два пистолета, это тоже хорошо. Обмундирование кое-никакое есть. МП-5 есть. Штука. Штука, кстати, выглядит увесисто. Еще одна МП-5 есть, это тоже прекрасно. Есть у нас еще М14 запасной. Для МП-5 патронов, да, хоть одним местом ешь, как говорится. Амрын. Амрын, кстати, с фалом. Для фала патронов тоже много. Ну как много? Не так много. Как хотелось бы. Ну ладно. А дроби? Слушайте, а дроби мало. Дроби реально мало. Вот это прикол. Ладно. Так, ты у нас чем стреляешь? 7,62, по-моему, натовскими, да? Да, НАТО 7,62, и у меня их, опять же таки, не то чтобы было сильно много. Здесь СВД 7,62 советскими. Плюс РПК ими же стреляет. Ладно, будем чего-нибудь выдумывать, я думаю. И какими тоже 7,62. Не, 7,62,51, подождите, это какие боеприпасы? Это обычные натовские же. Ну почему-то написано по-разному. Почему здесь написано 7,62? А, 7,62 НАТО обычно. Это чем он уже заряжен, понял. А здесь просто вариации, так скажем. Может, конечно, еще модернизировать. У меня всякие штучки есть. Но у меня, по-моему, запчастей очень мало в этом отряде. Да, у меня всего лишь 30 запчастей. Соответственно, надо еще восстановиться. Ладно, давайте попробуем влететь во флитаун. Флитаунский блошиный рынок. Как говорится, лояльно. Здесь уже 74%. Красота. Это, кстати, будет порт. Ну, здорово. Разминочка такая. 14. Ничего себе разминочка. Сейчас мне столько здесь накостыляют. В секторе замечены силы противника. Окей, окей, окей. Да поехали. Так, у меня разведданные здесь, кстати, есть. Ночь. А у меня, кстати, ПНВшки есть. Еще у меня есть вкуснейший кофе, которым я буду хлюпать. Литаунский блошиный рынок и... Так, победите в битве против наемников, окей. Кстати, по настройкам, повторюсь, кто не знает, систему я переустанавливал. У меня же теперь 11-я винда, товарищи. Это же просто песня. Настройки все мне наустанавливала NVIDIA программа. Честно сказать, не знаю. Фризов я вроде как не замечаю. ОБС вроде как работает тоже в штатном режиме. Но прям, не знаю, такая боль. Опа, а что это было? Что-то лагнул, но вроде все в порядке. Боль. Соответственно, из-за того, что я поменял немножко систему, сменил материнскую плату, она теперь у меня занимается авторазгоном. И процессор стал греться немножко больше, чем хотелось бы. Громила блобера. Ну да ладно, причем, знаете, греется... Хотя нет, не буду я сейчас о технических частях. В общем, экспериментирую я сейчас с этим делом, потому что толком единого решения, так сказать, никто в интернете не знает. Поэтому я пока экспериментирую, в том числе при записи видео. Смотрю, какие температурки, как себя все это дело ведет. Выигрышная позиция. Да, позиция действительно неплохая. Смотрите, громила блобера. Мы за блобера вроде как
в одной из прошлой серий помогли ему. Хотя в комментариях мне написали, что, что те не очень, что эти не очень, так что хорошему пофигу, кому попадать. Так, кстати, взрывотеху. То есть торговцы есть, кстати. У них можно будет чем-то прибарахлиться. Торговец мусором. Неплохо. Крокучие гранатометчики. Ну слушайте, это вроде такие слабенькие ребята, то есть неопытные. Мы уже сталкивались с опытными громилами, с опытными мародерами, поэтому вроде как все неплохо. Так, мне нужны ПНВшки. Да, панзер, одевай. ПНВ. Лава. Лава, кстати, тоже с ПНВ, у нее фал. Фал, по большому счету, это наша сейчас самая дамажная пушка, ну, кроме арчи, естественно, из дальнобойных. Блин, Амрыну, конечно, тоже можно было бы выдать что-нибудь помощнее, но патронов мало. 7,62 мало у меня. Натовских 5,56 гораздо больше. Пускай поэтому с ФАМАСа бахает. Нормально. У него, кстати, тоже ПНВшка. Ну, остальные товарищи у меня относительно ближнего боя. Ну, как ближнего боя? Так себе ближнего. Легкие шлемы всякие у них тут броня есть. Я в том плане, что МП5 не особо дальнобойные. Да, у МД вообще 16 дальность. Но этому товарищу тоже не особо нужна ПНВшка, потому что в ближнем бою придется стрелять из дробовика. А вот снайперу и лаве, которая тоже на 24 стреляет с фала, блин, М14 вообще на 30 бьет. А можно прям в бою модифицировать? Какой-нибудь лютый ствол сюда установить, а? А, нет, на лютый ствол запчастей не хватает, поэтому не хочу тратиться. Вот этот вот удлиненный резной ствол с возрастающим шагом. Увеличенный бонус к точности, повышенная дальнобойность. Вообще же обалдеть. Дальность 30 будет, повышение меткости будет классное. Еще и прочность улучшится. Ну вообще красота. Поэтому пока... А внешний вид меняется? Да, меняется. Красота. Чем пока не трогаем. Пока получается как-то так. Так, ПНВшку у нас больше... Нет, есть противогазы. Но противогазами пока не пользуемся. Так, 7 гранат у меня есть мощнейших просто. Вот это всякая еще дребедень есть. Может ее поиспользовать? Да, давайте я ее поиспользую. Они, конечно, с таймером. С4 с таймером. Тоже пока в руки возьму, потом гранат кинуть верну. Это дело все просто надо тратить. Они наши слоты занимают. Что, естественно, не очень хорошо. Ну хорошо. Нет, не в смысле, ну хорошо, в смысле хорошо, начинаем. И пойду я на вот эту выигрышную позицию. Так, давайте, присесть. О-хо-хо-хо, ребята, пробел, теперь активная пауза, как вам такое? Как вам такое? Как же этого не хватало, а? Ну объективно, в таких играх, ну как без активной паузы, а? Это что так, что за звук был? Так, там третий вылупился, кстати. Ну, металлолом, наверное, мы попозже весь соберем. Давайте сначала раскидаем наших бойцов. И мне надо не забывать, что есть активная пауза. Давайте я попробую Арча сначала на крышу засунуть. Баря. Нет, наверное, не Баря. Так, Лава, давай сюда. Хотя, может, наверное, на этом доме вообще позицию занять. Они же все сюда побегут по-хорошему, когда мы заваруху начнем. Пытаться их убить из инвиза, ну, не знаю. Охранники он еще какие-то. Снайпер. Из инвиза их убивать как-то не особо интересно. Даже не то, что не особо интересно. Не до конца здесь это эффективно. Нет мне таких бойцов, которые могли бы втихаря прям очень быстро перебить противника. Поэтому, как говорится, приходится играть так, как приходится. Так, дружище. Травы нашли еще. Ну, это... Опять, кстати, кресло. Интересно, а громилы блобера помогут нам в этой драке или нет? Блин, Амрын, зря, наверное, тебя так близко подвожу. Тихо, главный. Ладно, стой пока здесь.
Можно бар еще попробовать поближе подвести. Так, ну сейчас ночь. Не думайте, что товарищи слепые и ни черта не видят. Нет, просто ночь. Еще товарищи слепые ни черта не видят. Так, не так, так, так. Он чуть Амры не заметил. Он ведь не заметил. Но было сообщение, что он один из противников увидел смерть персонажа. Значит, Амрын вроде как не должен быть замечен. Так, блоберы, вы нам поможете или вы так чисто боитесь сидите? Нет, блоберы просто боятся. Амрын до сих пор, кстати, скрыт. Можно в голову бахнуть ему. Лава, какой классный у тебя выстрел, кстати. Она в укрытии, по-моему, сидит или нет? Да, это вроде как укрытие. Кстати, неплохой шанс убить его сейчас получается. Ну-ка. Супер. Это сработал прицел на первый выстрел на скидку. Так, ну здесь уже шанс маленький. Наверное, лучше не стрелять. Так, Арч. Ну слушайте, у нас все в инвизе, они не знают, где мы. Они не знают. Так, тогда знаете, что сделаем? Я, наверное, вот так вот возьму. Вряд ли он побежит вот сюда. Точнее, вот сюда на нас. Скорее всего, он пойдет куда-нибудь сюда. Поэтому здесь я вот так на боеготовность стану. Так. И давай сюда. Возьми вот этот участок тоже под боеготовность. Блин, тут нельзя стрелять, я боюсь, деревенского жителя застрелим. Игра может такой прикол выкинуть. Есть, конечно, прицельная короткая очередь, но далековато. Слушай, а давай ты... Хотя ладно, тоже вот так бери на боеготовность. Так, Амрын. Ты встань в проход. И вот так. Может, здесь и один, по большому счету, который прямо сейчас к нам подходит. А, Барри. Барри, перелезь сюда и пока просто береги очки. Да, чтобы у тебя побольше очков было на следующий ход. Они тебе понадобятся. Блин, он МД видит, серьезно? Ну с такого расстояния они иногда стреляют, что прям песня. В надежде попасть по мне. Громилу сейчас вот кем-нибудь убить, а Арчем выстрелить по кому-нибудь, кто далеко. Так, гражданские побежали. Арч никого не видит. Это что, шутка такая? Слушайте, их миллиарды, кстати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну да, 14. Все верно. Да, ее, кстати, до сих пор не видят. Ну-ка. Да в торс, мне кажется, его можно убить. Уже мало здоровья. Да. Она уже второго из инвиза забрала. Умничка. Так, дальше что? Эмди. Ну, Эмди, конечно, кого-то видит, но так все это далеко. Кстати, можно вот так вот сделать и посмотреть, что выпало. 29 патронов, правда, это соль. Прикол. 29 соли выпало. Ну куда столько? И зачем столько? Блин, Арч. Перемещайся сюда.
Да, это сбросило тебе все ходы. Черт возьми. Ну ты не попадешь теперь. Нет, печально. Майкл here. Так, МД заметили. Базу заметили. Может быть, есть смысл даже куда-нибудь зашкериться сейчас. МД present. Омрин here, главный. Moving quietly. Барри. Барри, Барри. Совсем без укрытия не хочется вставать. Может, конечно, вот сюда было бы встать. Станционный подрыв. Нечего подрывать. Есть самодельная бомба у меня, есть самодельная С4 с таймером. Куда-нибудь установить бы его сюда, в эти укрытия. Ой-ой-ой. Так, ладно, ты. Давай также сюда на боеготовность вставай. Я думаю, что они будут пытаться ворваться именно сюда. Блин, Арч. Арч. Можно, конечно, 4 очка действия перенести на следующий ход. Что мне это даст? Два выстрела, возможно, или очень один хороший выстрел. С другой стороны, можно... вот так вот на контроль попробую встать. Да, давайте вот так вот попробую на контроль. МД. Да слушай, МД, давай в укрытие садись. Не лезь никуда. База тоже, наверное, в укрытие. Здесь гранатометчик. Блин, вот гранатометчик. Как бы не подошел, не кинул. Мерзкую гранату. Поговорить можно с громилой блобера. Я громил, громила. Ладно, пас, давай сюда. Ну, шанс крайне маленький попасть, поэтому я, наверное, вот так на боеготовность. Здесь шансов поближе. Так, Амрин. Давай в скрытность, чуть подойди. Ну, шанс попасть какой-никакой есть в этого громилу. Но я не буду. Опять же, вот так вот на боеготовность стану. Барри. Ну, Барри на самом деле с фланга здесь может обходить. Крытий, правда, никаких нет. Да, давайте я Барри вот сюда отправлю. Вот эти ребята, как ни крути, как-то сюда побегут. Так, все, берегись. Мы посмотрим, что они будут делать. Ах ты, черт, нет, он ни сюда не пошел. Ну ладно, значит, Барри сможет выше подниматься. Ух, и приемчики. Черт, он все боеготовность обошел. Интересно, он заметил нашу? Не попадешь. Дружище, ну ночь, дождь, он голову пригнул. Побереги патроны, которые лучше мне их оставь. Что за человек такой, а? Ты еще выстрели отсюда, серьезно? Безумцы. И ведь рано или поздно залетит такая пуля в меня, по-любому. Ну, то есть это пистолет, у него и так дальность там, не знаю, полтора шага. Дождь, ночь, плевать. Стреляют. Кошмар какой. Все, угомонились. Я так буду стрелять, я не попаду, это во-первых, а во-вторых, у меня столько патронов нет, чтобы так стрелять. Ну ладно, 4 урона всего лишь. Она у нас достаточно бронированная. Так, кого убиваем? Короткая очередь, конечно, на СВД меня вообще радует. Точность только вот немножко не радует меня. Подождите, а чем она у нас модернизирована? Какой прицел? Снайперский прицел с 10-кратным увеличением. Дополнительный уровень прицеливания.
Ну, это, конечно, это максимум, который мы себе можем позволить. Ну, такое. Так. Тут, конечно, дружочек в упор подошел. Но он, блин, он с дробовиком, да? Если мы его не убиваем, он нам очень сильно в ответ ударит. Это, естественно, плохо. Но очень, очень нереально его убить. Давайте все-таки Арчем попробуем кого-нибудь снять. Еще вот этот гранатометчик. Блин, ну в голову мало шансов объективно, но 36 не убьем. Давайте я пробую в голову. Хорош. Нежно и тихо. Молодец, остался в инвизе. Это он здорово придумал. Так, дальше. Амрин. Амрин, кстати, за ящиком может спрятаться в полное укрытие. Это он молодец. Но вот эти ребята уже слишком близко. Опасно так прятаться. Так, Барри, давай сюда. Я, если честно, вообще бомбу куда-нибудь сюда закинул им. Часовым механизмом. Или даже вот сюда, я, знаете, как сделать? Ай, черт. Не добегает одного шага. Ладно, сиди в укрытии тогда пока. Потом добежим. Так, фаза под подавлением. Тихо, главный. Амрин. Но Амрин классно прицелиться, кстати, может. Очень классно. Но не убьет. 29 в голову, это очень мало, конечно. Так, ладно. Давайте лавой попробуем его забрать. Да, просто в торс она его должна убивать. Не должна. Ну что за жизнь? Почему так мало? Откуда в нем столько жизни? Черт возьми, лава. Это мой косяк, признаю. У него просто миллиарды здоровья. Тринадцати ему не хватало. Окей. Так, Эмди, надо подлечить, получается. Окей, will do. Давай, бежишь сюда и лечишь. There you go. Glad to be of use. Минимум кровотечение надо снять. Так, а мародер там в укрытие встал. Блин, фаза, тебе позицию поменять. Ладно, давай сюда. Попало, обалдеть. Так, рынок ломаем. Так, лава. Получается, просто пригнись. Но я немножко, конечно, за своих ребят переживаю. Ладно. С громилами надо осторожнее быть, запомнили. Да куда столько? Хорош. Не, Барри пригнулся, нормально. Ну мой косяк, я думал гораздо меньше здоровья у громилы. Что он с трех пуль упадет. На 19 ночью. Так, ой-ой, машина сейчас взорвется. Дружище, беги, беги. Кажется, конец пришел вот этому товарищу. Michael here. Да, Арчи же не достанет. What? Надеюсь, что нет. Так, мародер. Ну, как всегда, в голову. Хорош. Просто чудеса Арч творит. Так, много ранений, но здесь...
фазы, во-первых, отойти можно. Во-вторых, здесь лава должна... Я что, похож на волшебницу? Забудь. Я понял. Здесь можно просто вот этому мародеру подойти и застрелить. Он, знаете, еще так оторвал, хотя здесь вот снайпер есть. Он от коллектива оторвался. В принципе, можно попробовать его забрать. Но для этого Барри надо в полный рост стать. Дойти в упор. Да, давайте, наверное, остановлюсь в полный рост. Схожу вот сюда. И даю у него очередь из дробовика. Он умирает. Ого, так круто быть на стороне победителей. Согласен. И теперь просто в какое-нибудь укрытие встанем. Вот это вроде как полное. Да, давай сюда. Это же полное укрытие. Был значок полного укрытия. А почему здесь присесть нельзя? А, недостаточно очков действия. Нормально. Так, минус 2 сделали. А сколько... Блин, да их тут миллиарды. Реально миллиарды. Было 14 вам, по-моему, там, да? 1, 2, 3, 4. И тут Арч, кажется, двух приговорил. 5. Вот это 6, да, лежит? По-моему, да, 6. То есть чисто теоретически должно остаться 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А, ну так получается остается. Где-то один еще скрытый от нас. Четверо, шестеро, семеро. По-моему, да. Ладно. Так, фаза. Что с тобой делать? Ты можешь присесть, а тебя МТ подлечит. А лава, в свою очередь, кого-нибудь щелкнет куда-нибудь. Кстати, можно даже очередью зарядить. Только в кого? Точность плюс-минус одинаковая по всем. Ну, здесь дальность вообще идеальна. Давай в голову. Заберем этого мародера. Он выдержал 56. Красавчик. Да, второй раз уже вряд ли так красиво попадем. Но он при смерти. Я думаю, что одного попадания в торс ему хватит. To, чтобы, так сказать, отойти в мир иной. Здесь очень высокая вероятность попадания. А в этого товарища... В этого товарища мы никак не попадаем. Вообще никак. Я думаю, что одного попадания в торс будет достаточно. Давай. Отлично. Охотник. Ну, доставай ружье и стреляй по ним. Что ты какое? Так, ну вот и теперь вопрос, что нам лучше сделать. Эмди, чисто... Хотя нет, Эмди не сможет чисто теоретически здесь ничего сделать. Может, конечно, вот так вот сделать. И, возможно, он его даже убьет. И фаза плюс-минус то же самое сможет сделать. Но здесь товарищ с дробовиком. Остальные вроде как далеко. Есть, конечно, еще Амрын. Давай, двигайся ближе. Но это очень опасно. Конечно, есть какой-никакой шанс здесь шухеру навести. Но, как по мне, это очень опасно. Так, а лечение сколько стоит? 2,7. Блин, нет, это очень опасно. Но, с одной стороны, очень хочется вот так сделать. Безумно хочется. Ворваться и пострелять. Но у него здоровье 24 всего лишь осталось. Я смогу легко одолеть. А слушай, а давай так. 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 Еще разок. Тихо, главный. Омрин хан нау. Попадут по ней, не попадут, не знаю. Можно так сделать и начать ее лечить. Давай. Красава. Молодец, Эмди. Не попал. Не попал. Ну бог с ним. Yay! But also kind of not yay.
Так, ты давай лечи тогда. Амрин, пока засядь. Ну ладно, еще двоих минусанули. Он жив. С такого расстояния ты не должен попадать из дробовика. Хотя, черт его знает, может попадет. Какие же они прям оптимисты, я не знаю. Мне часто в комментариях пишут, что ты зачем так стреляешь? Ну нет же шансов. Ну посмотрите, у них-то шансы есть, они попадают. Так, я пятерых пока вижу. Так, Арч, блин, Арч опять никого не видит. Да что за заколдованное вообще место? Эти кирпичи мешают стрелять. Как, подождите, как эта позиция называется? Выигрышная позиция, обращаю ваше внимание, из которой ни черта вообще не видно. Я, конечно, могу встать и, скорее всего, после этого кого-то увижу. Но, блин. Ну, было же написано, что я вижу отсюда. Фантастика. А, ну я как бы вижу. А, обнаружен наводчика. Ну-ка, давай, на звук стреляй. Ну, почти, кстати. Ладно, первый раз такой выстрел сделал. Но все на самом деле очень далеко. То есть я, в принципе, могу сейчас вот этого громилу застрелить. Так, он с дробовиком. Блин. Его лучше бы убить сразу. Иначе он начнет стрелять в ответ. В голову 3 на 14 я точно не убью. Амрин. Замедление в голову. Торс. Да, в голову. На 28 в норме. 3 патрона в голову. В принципе, нормально. Жизненно важные органы не задеть. No. Тоже в голову 3 на 14. Черт возьми, я боюсь. Я боюсь, что он мне выдаст в ответ. Нормально, нет у него ответного выстрела. Паза, тогда давай ты. Нет, подожди, Эмти, давай ты. У тебя, да. Есть выгодный выстрел. Красавчик. В невыгодном смысле выстрел. Первое прицеливание у него хорошо залетает. Давайте, кажется, мы... Да, все, мы пропали. С их объективов. Объективы, господи, ладно. Лава. Лайв бы тоже отойти. Давай, Лава, тоже отходишь. Конечно, дурацкое укрытие, но они все очень далеко. Они сейчас должны, не должны до нас добегать. Так, Барри. Присядь. И вот сюда бегем. Тоже давай в инвиз, чтобы тебя не видели. Фаза. Фаза, просто вообще пригнись. Береги ходы. Барри, тоже береги ходы. Их не так много осталось, чтобы суетиться. В принципе, можно аккуратненько их добить. Они нас не... Да ладно, нет, не видит он его, он в инвизе. Гранатометчик слишком много на бег потратил. Ну, если бы ты попал, я не знаю. Тебе прям сегодня, если выживешь в казино, надо было эти деньги ставить. Потому что такая удачная... Ну, панзер никого не видит, ну что это такое? Ну что за удачное место? Хотя ладно, я зря ною, он сегодня очень много народу перестрелял. Ой, в голову, ты уже столько раз сегодня попал. Что он творит сегодня? Просто что творит СВД? Это обалдеть. Ладно. Снайпер вот мне правда еще не нравится вражеский. Так, подождите, давайте опять финтушами сделаем. Посмотрим. О, 4 лута. Ну что за говно выпадает? Уж простите за мой французский.
Ну, 26 соли. Ну, неужели у них дробовики были солью заряжены? Ну, серьезно? Так, кем фаза? Давай ты переложишь. Ну, что за жизнь? Дурацкий 44-й калибр, которого миллиарды. Ну ладно, вот этот противоосколочный жилет неплохой. 50 уменьшение урона. 4 попадания пластина выдерживает еще. Какой-никакой запас. Да. Да, ребята. Лутецкий на грани фантастики. Так, ну мы не добегаем. Не до кого. Возможно, есть смысл... Я все в инвизе сидят. Да, не, а мы просто ждем. Они плюс-минус знают, где мы, и они на нас бегут. Так, Лава, ты давай в скрытность. Зайдешь вот сюда. И тоже в инвиз. Барри, жди. Вот, Барри его на следующий ход оприходует, этого мародера. Как раз он здесь тепленький подошел. Этого, возможно, арч завалит. Ну, со снайпером надо будет что-то делать, он далеко. И не хочет идти в нашу сторону. И, по всей видимости, здесь поклоняются богам хаоса. Это что за цвет огня такой? Слоанеш какой-нибудь здесь правит балом. Ну давай, со всего прицела. Кстати, смотрите, разлет огромный у прицела. Но арч каким-то образом попадает. Что это такое? Обалдеть. Ладно, снайперка чудесная. Так, дружище, ты, наверное, знаешь, что делаешь? Ты... встаешь, идешь вот сюда, прям, знаешь, в упор, чтобы шансов ему не оставить. Вот так вот делаешь. И привет семье. Там гражданский. Так вот, нету гражданского. Только здесь, конечно, лотки поломаю. Чего? А ты как умудрился промахнуться? Ладно. Not even elk will see Omrin. Keep silent. Ладно. Ну, если бы я стрелял вперед, я бы сейчас гражданского застрелил. Это, соответственно, в мой план не входило. О, слушай, на нем броня какая-то сумасшедшая. На нем просто сумасшедшая броня. Ладно. Черт возьми, ну это, по всей видимости, ранение совершенно не запланированное. Хотя вот отсюда мы попадаем. Ну это смешно будет, если попаду. Но я надеялся. Нам нужно больше пайков, чтобы перестать промахиваться, главный. Да, наверное, нужно. Блин, Лава, пробуй ты. Его надо попробовать убить сейчас. Ну, МД вряд ли попадет. У него с дальнобойностью все не очень. Да, кажется, Лави только что зарядил. МД. Как ты в своего-то попал? Ну, понятно. Ладно. Без ранения обошлось. В смысле, просто хпшку потеряли. Да, после просто хпшку потеряли. Ну, черт возьми, надеюсь, у них отношения никак не испортятся. Слушай, МД, иди подлечи ее сразу. Типа, Лава, сорян. Не хотел. Так, панзер. Ай, опять не видишь, да? Ладно, вот так с полного прицела. На слух.
не получилось. Снайпер никак не хочет идти. Так, Амрин, давай ты заберешь тогда. Ух, как стильно подлетел. Стреляй. Красиво упал. Прям как в Голливуде. Так, ну чего, наверное, ждем пока просто. Так, ты перезаряжайся. Зачем? Да, этой ерунды у нас полно. Ты, получается, жди, лава. Жди, Барри. Барри, жди. Но он тебя ранил, он тебя подлечил как раз на 10. Все нормально. Уж не обижайся на него, он еще молодой, неопытный. Все дела. Арч, ты его до сих пор не душ... Вот такое, ну что... Ладно, типа в инвизе. МД present. Типа в инвизе. Да типа все в инвизе. Давайте подождем. Барри тоже в инвиз. И потихонечку заходи к нему. Арч. Ну да, он-то нас тоже не видит. Тем более мы сейчас... еще и по кустам сидим. Ну-ка, на слух. Отлично, флитаунский блошиный рынок наш. Флитаун плюс 5 к лояльности. Супер. Так, F5. Эй, отлично, сохранились. Так, что по времени? Нормально, кстати, пока по времени. Давайте тогда и полутаемся пока. Так, фаза. Давай, запчасти собирай, они нам, ой, как нужны. Кстати, нет, давайте всех вместе соберем. И что-то на втором этаже, кстати, есть. Нет, это на первом этаже. Хотя, возможно, имеет смысл на второй забежать всей толпой. Я потому что по лестнице здесь заходил. Может, здесь что-то есть, но вроде как нету. Да, вроде как нету. Там что-то вещают. Нет, что-то можно взломать. Вру. Вот видите, не зря зашел. Пожалуйста, фаз ноутбук нашла. Я же говорю, что здесь что-то не так. Получены разведданные. Для сектора Камла-Барьер, Великий лес. Ловушка запускает сирену. Ну, нормально. Запускает. Ничего страшного. Так, спускаемся. Кто ты, Лали Ливей Лендер? Взломай. Получены разведданные. Еще одни. Ну, ладно. Лали, давай с тобой перетрем. Добро пожаловать в мой уютный уголок Флитаун. Меня зовут Лали. Вы покупатели продавать? Не говорите, дайте угадаю. Вы видите насчет алмазов, верно? У меня нюх на торговцев с алмазами. Они всегда пахнут грязью, потом и кровью. Или вы просто давно не стирали одежду? Без обид, ладно. Ты алмазы покупаешь? Не-не-не, я не занимаюсь банальной скупкой. У меня передовая бизнес-модель, которая однажды станет будущим коммерции. Если у вас есть алмазы, я могу предложить за них эксклюзивный товар. Коробки с трофеями. Коробки с трофеями. О, да. Каждая коробка с трофеями — это лутбокс. Каждая коробка с трофеями — это тайна. Может быть, вас ждет сокровище, а может, пара грязных носков. Кто знает. Интересно, правда? И денег не нужно. Каждая коробка стоит всего один крошечный алмаз. Вы можете покупать их сколько угодно. Что за дела у тебя с этим отцом Тукером? О, рад, что вы спросили. Понимаете, он покупает камушки примерно по 600. Перепродавать их контрабандистам можно максимум за 400. А вот я щедро плачу ему по 900 за камень. Следите за мыслью. Нет. Он покупает камушки примерно по 600. Перепродать их контрабандистам можно максимум за 400. Он, получается, теряет. Ну ладно, а если тебе продает, то выигрывай. Следите за мыслью. Потом он отдает сотню боссу-блогеру за защиту от форс-мажора и прочих неприятностей. Оставшиеся 200 тратит на нужды церкви. А я перепродаю камни контрабандистам всего по 400. Потому что они мои друзья, и им тоже надо зарабатывать. А, чего? Контрабандисты продают их боссу по 500. Такие суммы они вполне могут себе позволить. А боссы, в очередь, оптом сбывает их по 600 Адонису, который не хочет тратить время на возню с мелкой рыбешкой. И, наконец, Адонис платит мне 600. За посредничество. Все довольны, потому что каждый имеет свою долю. Все просто, верно? Не просто, но ты в выигрыше.
Красавчик. Ты сказал Адонис? Разве они контролировали алмазные прииски? Раньше они контролировали алмазные прииски, но потом Легион дал им пинка. Им так не хватает алмазов, что в последнее время они начали скупать их оптом на черном рынке. Эти милые люди с глубокими карманами дают заработать всем. Все это очень интересно. Закуски ты продаешь? Ты должен продавать закуски. Ну слушайте, можно у отца тогда напокупать алмазов и попробовать вот этому Лали продать. За коробки с трофеями. Но у нас их нет, алмазиков. Где можно их достать? Вам надо познакомиться с моим старым другом, отцом Тукером из Лабуэ. Я горжусь тем, что вношу вклад в благородное дело. Помогаю ему перепродавать найденные камни. Ладно, держи нос при себе. Спокойно, друзья, я ничего не смогу с собой поделать. Мой нос специально предназначен для вынюхивания всякой информации. Информация? О, мне известно очень много. Если вы дадите мне один крошечный алмаз, старина Лали поделится своим секретом. Что скажете? Обменяем содержимое и главное содержимое ваших карманов. А, здешняя кухня. Где здесь можно разбогатеть? Каков ответ? Ну, слушай, дружище, я тогда отцу пока не буду продавать. Я приду к тебе. Ты выглядишь интересно с точки зрения продажи алмазов именно тебе. Так. Это торгаши. Ладно, этого товарища давайте по старинке залутаем. И у него... 49-й калибр, будь ты неладен. А что за жизнь, а? Слушайте, мне срочно нужен патч, который... О, смотрите, еще сделали. Наводишь на боеприпасы и показывается, кому они нужны. И это хороший. Ну так вот, мне нужен еще патч на разбор боеприпасов. Потому что это странно. Так, это что? Обыск. О, оружие или патроны. Уля-ля. Это интересная штука. Так, X-комплект 2. А чем она лучше? Высокий шанс крита, увеличенная эффективность прицеливания, сдает меньше шума. Она 9-м калибром стреляет. Дальность просто убогая. Просто чудовищная дальность. Можно сделать дальность 20. Можно поставить зеркальный прицел. Боковую планку можно поставить. Глушитель можно поставить. Ну, писмейкер, конечно, с точки зрения модификации никакущий, но он типа дальнобойный получается из пистолетов. Потому что дальность 26 после модификации пока я у других стволов не видел. А допустим с хайпауэром. У хайпауэра урона больше. Высокий урон, сниженная эффективность прицельная, ограничена возможность модификации. Ну ничего себе, тоже ограниченные. 5 вариантов стволов, магазин и глушитель. Второй мировой. А про это что пишете? Личное оружие, заменивший легендарный кольт 1911. Выдержать сравнение с ним, конечно, было нелегко, но итальянец справился. Высокий шанс крита. Ну да, крит у него повышенный. Увеличенная эффективность прицеливания, лучше цель. Ну, да, слушайте. И выглядит красиво. В качестве пистолета, в принципе, он неплох. И патронов такого калибра у нас миллиарды. То есть запасным оружием можно кому-нибудь и выдать. Тем более там вариантов модификации у него, мое почтение. Здесь-то, конечно, все гораздо скромнее. А писмейкер вообще молчу. Ну, единственное преимущество писмейкера — это вот удлиненный ствол. Безумное повышение меткости при прицеливании, дальность 26. Больше, чем у винтовки, кстати. Ладно. Это что? А, купить аптечку за 1000. Тут что? Модифицированный МП5К за 2500. Глок 8. Так, подожди. Глок 18, что-то интересное. Это модифицированный дробовик АВТ-5. Не, АВТ-5 это автоматический, но который такой убогенький. За 3000. Патронами. Купить боеприпасы 7.62 советского образца, экспансивный за 300. Тут что? Молотов за 800.
Ну, с одной стороны, конечно, все интересно смотрится. Я бы патронов купил. С другой стороны, пока ничего не покупаю, оно же никуда отсюда не денется, правильно? Я сомневаюсь, что оно обновится. Порно-журналы, все самое лучшее из-под прилавка. Асавчик, купить журнал. А ну, журнал — это улучшалка. Так, подождите, а как думаете, чему может научиться человек, прочитав порно-журнал? А вот сейчас и проверим. Вы пока, как так сказать, пишите ответ в комментарии, поставьте на паузу. Поставили, написали, проверяем. Черт возьми, это было очевидно. Легкость рук. Легкость рук гораздо интереснее ежедневных фокусов. Повышает ловкость. Так, ну ловкость надо повышать. Барри, ах ты шалопай. Ты, получается, у нас самый ловкий. Ну да, давай. Ловкость рук 18. Так. Целую 1000 на это потратили. Но я, наверное, еще от экспансивных боеприпасов куплю за 300. Давай. А сколько? 60 штук. Блин, ну это дешево. 30 запчастей за 500. Слушайте, мне запчасти тоже нужны. А ты что? Ножи за 1000. Слушайте, я, наверное, запчасти куплю. Запчасти мне нужны. Чего я продал? Чего? Так, подождите. Так, где у меня было последнее быстрое сохранение? Я продал, что ли, запчасти? Будешь купить, нет? Серьезно продать? Продать, да. Красавчик. А что значит молодец? Так, ножи. Я патрон не купил. Ну это не серьезно. Продать. Внимательнее надо читать. Так, дробовик авто мне не нужен. Глок интересный. Блин, у МП5. МП5К модифицированный. Это вот такой вот. Ну просто на нем какие-то обвесы будут. Вот прямо сейчас мне это точно не надо. Глок 18 исключительно из-за того, что он мне интересен. Я его ни разу не видел. Давайте купим. Ну и посмотрим. МД. Что за Глок 18? Вот этот вот? Да. Ух ты. Короткая очередь по 4 пули. Стреляет 9-19. Глок 17 с переключателем в режим безудержного веселья, встроенным компенсатором. Автоматическая игрушка под патрон 9-19. У него уже улучшенный зеркальный прицел стоит. Увеличивает бонус к точности при прицеливании. Более широкий сектор контроля, средний бонус к точности для прерывающих атак. Уже стоит фонарик. Можно еще глушитель на него поставить. И улучшенный компенсатор. Вообще что-то страшное. Вон шанс крит попадания. Зависит от уровня наемника. Короткая, длинная, автоматический режим огня. Позволяет выпускать больше пуль. Подсвечивает противников насилию, лечит бонус к точности. Урон 15. Ну 4 на 8 это с уменьшенным уроном. У него вот родной урон 15. То есть чисто теоретический урон неплохой. Дальность убогая. Но можно подойти и в упор 4 раза выстрелить. За 5 очков действия, допустим, сколько? 32 урона. За 5 очков действия 32 урона. Так-то нормально. Ну, тут, конечно, 3 по 26 вообще есть. Но пистолет тоже неплохо смотрится. Ладно, я его оставлю. Можно было бы, конечно, загрузиться и сказать, что ничего этого не было. Бог с ним, пускай будет. Остальное, наверное, я пока не покупаю. Коктейли молотов мне не нужны есть. Аптечки не нужны есть. МП5 не нужен. Авто 5 дробовик тоже не нужен. Просто будем помнить, знать, что здесь это все есть. Нифига себе. Вот эта штука. Так, панзер. Давай себе, что ли, возьми.
Было. И как интересно, он на вентиляторе прятался, этот мачете. Ладно. Вы, кстати, мне напишите в комментариях, обновляется ассортимент у этих ребят или нет. Есть смысл у них скупать, чтобы потом что-то новое появилось? Потому что, возможно, смысл есть. Если не будете покупать, то есть ничего нового не появится. Это, естественно, плохо. Поэтому, если это так, то будем покупать, чтобы потом что-то новенькое появилось. Так, что по времени? Ну, времени чуть-чуть есть. Давайте уже долутаемся. Ну как, не особо есть время, сейчас сказать, уже... Наверное, заканчивать пора. Но я про то, что ничего толкового. Сейчас мы с вами все равно сделать не успеем уже. Так, обезвредить холодильник. Мне вроде как писали, что инженер должен обезвреживать, а не взрывотехник. Прекрасно. Ну и 98 ГВР здесь лежит. Даже не знаю, куда его девать. С одной стороны, конечно, на нем прицел неплохой. Уже. Да я оставлю его. Иногда нужна снайперская винтовка. Не сильно часто, конечно, нужна. Так, Барри, ты, кстати, руки освободи. Чтобы было куда свои мега-гранаты ложить. Снайперка нужна. Гевер, это, конечно, максимально убогая снайперка, но в игре, конечно. В жизни я не особо знаю его, так сказать, качество. Вот здесь он очень такой же... Вначале был, как так сказать, неплох за отсутствием других вариантов. Сейчас он уже, мягко сказать, устарел. Мы не хотим с вами ссориться, мы синдикат, помогаем людям зарабатывать на жизнь. Ну-ка, поподробнее. Карьеру всегда нужны рабочие. Если надо, синдикат может обеспечить вас работниками, но... Да не знаю, слушайте. Синдикат вообще нормальная тема. Вы там рабов, всякие дела, вот эти ошейники, летающие танки. Карьеру всегда нужны рабочие. Если надо... Так, понял. Эта песня хороша, начиная сначала, но мы с синдикатом, кажется, пока еще вообще не встречались. Получено 500. Мы маленько купились, так сказать, что потратили на пушки, на патроны. Экспансивные, они очень хорошо не бронированных ребят выносят. Так, медикаменты. Пожалуйста, не пейте самогон, если я не доставлю ценность, эти гады с лабарьера меня убьют. Помните мое слово, это дождь неспроста. Все психи с Шале де ла Пе, с их вуду виноваты. Они творят сатанинские ритуалы. Ох, они собаки. Так, что можно самогон увезти? А, вы ведь ищете, майор? Да, слушайте внимательно. Он устроил базу на болоте. Это называется Кам дю Крокодиль. Так, ну это нам уже говорили. Так, женщина. Говорят, вы набираете работников. Мой муж с удовольствием пойдет к вам, шахтеры. Не вздумай соваться в лагерь браконьеров. Это проклятое место. Адский демон слеживает там браконьеров. Говорят, убивай, он пожирает их души, а потом прибивает головам рога. Слушай, рабочий, ты историю же рассказал. Я понимаю, если коплю денег, чтобы хватило на визит в Лелируш. А оказывается, какой-нибудь хмырь зовет сюда и похитил главную красотку. Я знаю про ваше секретное задание. Наемники из Мерки слишком много знают. Вы пришли их ликвидировать. Понимаю, вы будете отрицать. Не ходите, Diamond Red. Место пригодит настоящий вампир. Точно вам говорю. Он сосет кровь из людей. Так много всего. Уж простите нас за легион, но что поделать, коли страна зовется Большой Пес. Тут хоть глупый случай, что в джунглях водится Лес Кадавайрес. Ха-ха, нет таких Лес Кадавайрес. Правда же? Ведь правда? Не знаю, я еще не ходил. Мне сказали, вы работаете на римвильскую мафию. Ну, слушайте, как много интересного мне рассказывали. Можно я тоже на вас работать буду? Вы пошли? А отец хочет выйти меня замуж за одного из этих фантасселей из усадьбы близнецов. Да я скорее из дома сбегу, чем селюсь в этом проклятом месте, чтобы меня привидения в собственной постели задушили. Шаман из лагеря беженцев лечит любые болезни. Мужики, он даже вам пипи может сделать еще больше. Так, туда заглянем. Видите мое слово, дождь неспроста. Так, я забыл, шаман где? Так, ладно. Самогон.
На бочке красует предупреждение. Бухло для Кам-Ле-Барьер. Не влезай, убьем. А вот чего? А вот не вливай слабительное, там не написано. Точняк, назовем этот... Ох, у меня уже тогда мысль об этом кишечник ноет. Так, мы, кажется, только что залили слабительное в самогоновку. Я не знаю, ребята, черт возьми. Не знаю, кому-то залил слабительное в самогон. Надеюсь, что так им и надо. Но опыт получили, кстати, лава повысилась. Лава. Одним глазком посмотрим. Так, у нее здоровье уже повышенное. И сила, управление отдачей, так что у нее. Ох, ну конечно, если играть правильно, надо вот это все тренировать, чтобы они были мега сильные, вот это вот все и так далее. Но, ребята, мне не так не хочется играть правильно. Это не совсем интересно, если всех там под сотню загонять и потом просто всю карту вычищать. Это во-первых. Во-вторых, очень много времени будет тратиться вот именно на подготовку. Мне этого не очень хочется. Ну ладно, что можно ей взять из открытого? Ловкость у нее неплохая. То есть, если будет возможность, там, в свободное время, я, естественно, тренируюсь, вы видели. То есть, когда особо заняться нечем, там, ждем, когда кто-то отдохнет, там, вылечится. Но специально это делать, это, конечно, ну такое. Киллер. Может носить криты с помощью атак типа прерывания, автоматически перезаряжает оружие, если в прошлом ходу использовался контроль. С боеготовности критовать, в принципе, неплохо. Я бы даже сказал, это интересно. Снайпер, шанс крита повышается. Давайте я, наверное, снайпер возьму. Да, и сразу открывается следующий уровень у нее. Пускай она лучше прицеливание бьет, тем более винтовка у нее отличная с точки зрения стрельбы с прицеливания. Да, я знаю, что можно нажать Т и взять все. Черт возьми. Я зачем-то делаю так. Так, вскрыть замок фаза. А мы прокачиваемся, интересно, от этого, что я вот так вот замки вскрываю. Заклинил, нужно сломать фомка. Фаза, ломай. Есть у тебя? Омрин, я точно знаю, что есть. Прекрасно. Не знаю, дают ли нам за это опыт, но бог с ним. Очень можно решетку прорезать. Так, здесь мы все видели, это что такое? Старый взрывотехник. Дропи. Хис? Чего? А, это эти химические палочки, что ли? Их можно в общий рюкзак положить? Угу. Положил, называется. Ладно, эмпти. В принципе, может еще пригодятся. Кстати, еще на кресло не посмотрели. Изящное кресло, ни черта, своим уродливым пластиком собратьем предметы из иной, более утонченной эпохи. Слушайте, хотя нет, не пишите, что связано с этими креслами. Возможно, здесь какой-то есть секретик с ними. Ладно, давайте на карту смотреть. Во-первых, здесь есть ремонтная мастерская, значит, Барри может накрафтить нам патронов. Это во-первых. Во-вторых, я, наверное, здесь остановлюсь, пока подлечусь, подремонтируюсь. И следующая серия... Блин, а через сколько? Один день, 15 часов. А чисто теоретически, за сколько я до сюда доеду? Если я захвачу вот этот гарнизон до того, как они сюда приедут. Они приедут в мою засаду, интересно, или нет? То есть я сюда прихожу за 6 часов 20 минут. Они сюда идут
Один день 15 часов, то есть я явно быстрее сюда прибуду. У меня, конечно, там есть... Ну, сколько они? День 15 часов. За 6 часов. То есть у меня целые сутки, по большому счету, для того, чтобы подлечиться. Но это интересный вопрос. То есть они придут сюда или нет, так сказать, в мою ловушку. Было бы здорово и гарнизон захватить. А, в секторе берег в джунглях H10. А мы, кстати, да, если мы сюда пойдем, вот берег захватим, этот регион выполним, здесь вообще ничего не останется, ни одного щитка. Мы их тепленькими возьмем. Да, слушайте, это на самом деле выглядит как план. И если они сами сюда еще с алмазами к нам придут, ну это вообще же будет песня. Гарнизон 13 человек, не смотрится он сильно опасным. Тем более, если они еще без щитов останутся, ну вообще красота. Соответственно, в следующей серии посмотрим еще, что за ребята там у меня по моему прииску шатаются. 43 тысячи денег, кстати, у меня. Что по договорам? Быстрее всех у меня улавы заканчивается через 9 дней. Должно хватать у меня денег. Здесь, конечно, немножко это странно. Вот эти доходы-расходы рисуются. То есть расходы же, они не единовременные. Они... Нет, точнее, вот именно единовременные, а не распределенные. А только когда договор заключаем. Ладно, в общем, давайте на этом попрощаемся. В общем, в Jagged Alliance мы с вами вновь вернулись. Но продолжим уже в следующей серии. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это очень приятно и крайне полезно для развития канала. Еще раз всем большое спасибо и всем пока.